Рыбаки, всем привет! Мы сегодня на рыбалке. На рыбалке, ребят, на простой. Ни фидер, ни флет, ни карпа. Просто простая рыбалка с отдыхом на любимой реке Днепр. Полетели. Так, ребят, что у нас сегодня по плану? У нас сегодня по планам половить рыбы, отдохнуть и пожарить мясо. Ребят, в этом сезоне у нас первая будет кухня. Так, что у нас? Я уже в творческом, скажем так, беспорядке разложил. Взял с собой два карповых удилища. Своих 1.3.9, 2.3.6. Сейчас будем... Вернее, уже, ребят, я кормлюсь, чтобы не занимать много времени в видосе, ребят, уже кормимся. И потом поставим сюда два флетика, будем практиковаться флетом на реке. Давно, ребят, уже есть такие задумки, нужно пробовать. Сейчас закормим, ребят, вот такие, я думаю, отварил зерновые. Оп, красотень. Сейчас, ребят, сделаю полностью, здесь пол ведерка высыпем в точку, поставим флетики, дальше сядем спокойно отдыхать на фидер. И в перерыве, ребят, будем жарить мясо, отдыхать. Ну, как-то по накатанной посмотрим. Так что поехали. Ребят, не переключаемся, будет интересно. Так, ну что, рыбаки, поехали дальше. Наконец-то можно заняться нашим стандартным фидером. Ребят, по прикольнике все, короче, сегодня забрал все остатки, которые были дома. У нас есть вот такая, ребят, не нуждается при столении прикормка. Темная фракция. Насыпаем ее сюда. Здесь даже осталось меньше, чем полпачки. Добавим, у нас есть вот такая холодная вода, черный лящ. Это мы просто сейчас сделаем черную фракцию для себя. Сначала темной. А теперь пойдет, ребят, основная прикормка. Big Fish, не изменяя традициям, пачка желтого цвета. Отлично. Вот такой пол пачки плытка. Флагмановская прикормка тоже светлая. Сегодня, ребят, будем ловить. Так, ну что, ребят, перемешиваем ее сначала на сухую. У нас получилось очень хорошее количество прикормки. У нас сегодня, ребят, опа, сладость просто непередаваемая. А, класс. И, конечно же, куда без аромы. По ароме, ребят, остался Big Fish вот такой тоже. Все сюда. Здесь у нас было пол флакона. И осталась у нас арома вот такая лещ. Сейчас добавляем воду, ребят. Будем воду добавлять, наверное, в два этапа. Какой мешочный тазик. Класс. Можешь потихоньку плыть, я помешаю. Потихонечку. Чуть-чуть еще, чуть-чуть водичка. Чуть-чуть. Оп, шабаш. Чтобы не получилось, мама, лыва надо, чтобы она уже сыпчата была. Все, пока хрен остается. Количество просто каши безумно большое. У нас получилось здесь по-сухому 4 килограмма. По всему. И плюс я отварил еще зерновых, наверное. Килограмма полтора-два. Ну, кормите от души. Ну, красота. Сейчас она попит.
Тая постоит минут 10-15. Я пока повяжу поводочки. Класс. Все хорошо. Снималось? Ага. Так, ну что, мы увлажнили нашу прикормку. Ребят, наверное, чтобы не врать, раз за три, хорошо. Получилась у нас такая тяжелая прикормка на стечение. Мы не будем бояться ее приувлажнить. Сейчас немножко просеем комочки. Прикормку всю просеивать сразу. Вернее, не просеивать, извиняюсь. Да, воздушивать сразу всю прикормку не буду. Опа, у нас рыбалка быстрее всего будет длинная. Сейчас протру через сито какую-то часть себе, которая мне нужна. И добавим сюда зерновых. Сейчас отвлечем все эти комочки, разотрем. И будем уже тогда добавлять зерновые, резать поводок, точку, ребят, я себе примерно нашел первую. Посмотрим, как будет себя рыба показывать. Место, ребят, у нас новое. Интересное, перспективное. Плет, ребят, специально поставил в качестве эксперимента. Мы сегодня приехали после обеда. Сейчас надо быстренько, ребят, покормить, поймать хотя бы пару рыб и начинать жарить мясо. Сейчас добавим крупные фракции. Отварил дома. Ребят, не могу поехать ни на фидер, ни на флетовую, ни на карповую рыбалку. Отварил дома немного зерновых. Не так, не зерновых, но здесь есть процентов, наверное, 30 гороха и процентов 70 вот такого пшена. Опа. Такое именно липучее, чтобы давало с влагой, давало нам немножко мути в воде. У нас получится тяжелая инертная прикормка. Мы не будем стесняться делать стартовый закорм. Сделаем хорошо, закормим точку. Может, ребята, если все будет хорошо, мы половим сегодня и ночью на фидер. Посмотрим, как это будет получаться на сегодня. И у нас получится вот такая вот красивая точка. Я думаю, сюда и карасик, и плотвичка, вся рыба, которая есть, к нам придет. Рыбу должно тянуть бешено. Ну что, спустя, наверное, часа 2,5-3, ребят, наконец-то можно приступить и к ловле рыбы. Для вас, конечно, все пошло по щелчку. Мы пока приехали, разложились, сделали импровизированный лагерь. Покормил флет и не стал показывать, потому что слишком много будет видео занимать. Так, фразы я стараюсь все бегло рассказывать. И будем сейчас ловить. Ловить мы будем сегодня вот такой железячкой. 60 грамм. Кормоемкая. Ребята, еще новая. День рыбака не прошел. Неуспешно, так что у нас есть кормушечка. Оп, новая. Одеваем, будем ее сейчас испробовать. Клипса у нас уже стоит, где нам надо. Забиваем, делаем стартовых, наверное, не знаю, ну кормушек, наверное, 10. Дадим рыбе сигнал, а потом будем смотреть на реакцию. Нет, будем докармливать. У нас тяжелая инертная прикормка. И начинаем раскармливать точечку. Потом свяжем поводок.
время связать наш поводок. Сегодня поводок буду вязать на вот таком вот 10-м крупном номере. Будем делать большие пучки опарыша, червя. И вот такой вот будет поводковый у нас материал. Кому интересно, 0,14. И есть фидергам подвязан. Вяжем поводок. Поводок примерно будет делать 80 сантиметров. Потом уже будем отталкиваться. Видели засечка, будет ли рыба меньше, больше. Ну, я думаю, меньше вряд ли. Хотя бывает, что приходится ходить в 60. Бывает и такое. У нас такие хорошие сопровождения звуков природы. Сверчки. Красота. Так, начинаем сегодня, ребят, проверку с опарыша. У нас есть красненький, беленький, крупненький. Ух, уже даже с крючка пытается убежать. Оденем трех опарышей для разведки. Посмотрим на реакцию рыбы. Отправляем за первой рыбой. Клюнка, ребят. Ух. Ну, не гигант, конечно. Но, кажется, рыбка к нам пришла на точечку. Сейчас, ребят, объясню, почему поднимаю так высоко удилище. Чищишь, кто тут? Чищишь. Ух, да ладно. Какой нарядный. Плотвичка, ребят. Моя плотвень. На парика с червячком на бутерброд такая. Именно аж, ух, ребят, красивая. Именно это нарядная плотвичка. Давно я такой плотвы не ловил. Ребят, есть повод разложить садок, и теперь первая рыба, можно идти жарить мясо. Летим дальше, ребят, дальше будет только интереснее. Не переключаемся. Так, ну что, рыбаки, у нас первая плотвень пришла, наверное, на минут через 8, не соврать. После того, как мы поставили поводок, сделал еще 2 перезаброса. И клюет она вот на вот такое дело. 2 у меня такие подуставшие красные опарика, скажем так, они дохлые. Маленький червь и беленький. То есть вот такое что непонятное. Короче, много мяса для рыбы. Давайте так. И поводочек. Ну, 60, может, с чем-то там. Ну, 80. Я так нагло сделал первый раз. Забиваем нашу кормушку. Отправляем наши рыбки. Оп, чтобы она клевала. А мы пойдем, ребят, разводить костер и готовить мясо. Не дает, ребят, там рыба развести костер. Говорит, нет, лови меня. А я все, ребят, не достану. Опа, кто к нам там пришел? Кто-то поспокойнее. Может, карась? Точно. Ребят, Карасевич пожаловал в гости. Наш горошек. Вот такой вот. Ну, прям, скажем так, не козырный. Ну, пойдет, почему бы нет. Вторая рыба. Сейчас возьмем. Ох, заглотил. Сейчас мы его быстренько освободим. Судок я уже разложил. Забросимся. Все-таки пойдем сделаем квест с костром. Разведем хотя бы его для начала, пока он прогорит. Замаринуем мясо. Я всегда, в принципе, люблю на рыбалке. Кто знает, кто смотрит видео давно. Я люблю мясо мариновать на рыбалке. Так. Вот так вот. Иди сюда. Надо было немножко ближе поставить судок. Ну, то есть, это не самое главное. Это всего лишь удобство. Так, меняем, не жалеем. Снимаем старый. Опача. Опарыш, червь. Дадим ему свеженького и забрасываем. Это хороший знак. У нас сначала был. Первая у нас была плотва такая нарядная. Вторая у нас карась. Это же очень хороший знак. Может, нам сам товарищ лещ придет. Если хорошо, мы сейчас точку раскормим. Вот такой вот, ребят, малыш к нам прилетел. Мы сейчас его
быстренько отпустим. Пускай растет. Ну это вообще не серьезно. Что малыш, ему еще расти и расти. Опа, тише, поймал. Беги. Подрастаем, мы тебе приедем через год. А может через полтора половим, будет уже нормальный дядька солидный. Ребят, такой загиб. Сошел. Так именно. Не знаю кто, но такие летят. Ну что, наконец-то время пришло и к еде, рыбалка рыбалкой, а ужин у нас по расписанию. Сейчас будем готовить мясо, у нас уже есть здесь, ребят, нарезанные кусочки ребер, и немножко добавим сюда мякоти, вот такой красивый классный кусок, сейчас начнем его нарезать. Так, сейчас домаринуем наше, вернее, начнем мариновать наше мясо. У нас, ребят, крайне простой маринад. Соли. Оп. Еще, наверное, такое количество мяса. Нужно, наверное, еще соли. Специи у нас есть для мяса. Гриль. Вот так вот, не стесняясь. Пачечку высыпаем. Перемешиваем. И, ребят, сейчас пока оно будет это дело мариноваться, быстренько промаринуется мы его тем временем. Отправим на мангал и приготовим еще, ребят, немножко картошки, сделаем нарезочку летнюю. Помидорчик, огурчик. Ах, класс. Ух, ребят, это в этом сезоне первая такая рыбалка. Именно отдохнуть, даже, наверное, не рыбалка, ребят, назовем какой-то отдых. Отдых. Класс. Еще немножко соли добавим, соли маловато. Так, ну что, рыбаки достали еще, пока бегали, мариновали. Была еще одна поклевка. Одним глазом мариную, вторым рыбу ловлю. Была еще такая плотвичка там залетела. Оператор там сделал подсъем, они немножко под берегом побаловались. Дали возможность ей уйти, она не захотела. Придется жить пока в садок. Ребят, идем дальше мариновать, готовить мясо и рыбачить. Вот такой у нас сегодня получается хороший, спокойный отдых. Так, ну что, между плотвой можно теперь и мясо пожарить. Мы уже приготовили картошку, сейчас, ребят, нанизаем мясо. Расскажу по поводу картошки. В принципе, в прошлом сезоне мы это готовили довольно часто. Сейчас, опа. И будем жарить. Как раз мяско промариновалось. Ребят, ну красота. Сейчас больше. Оп, нанизаем. По длине мангала. Будем подбирать. Удобно мангал сразу сбоку. Оп, примерили, можно еще пару кусков. И ребрышки, и мякоть. Будет такой не слишком он и мягкий. Ой, не слишком мягкий, не слишком сухой. Категорически не перевариваю сухой шашлык. Что у нас тут еще можно позволить себе? Еще кусочек можно позволить. Так, первый наш шампур готов. Занимаемся вторым. Ребята, у нас поклевка. Карасевич пожаловал. Ребят, для оператора
Опа. Взяли мы тебя, честно. Во, во. Это уже немножко с размером карася. Ребят, хоть не стыдно вам показывать. Не, конечно, не совсем, но уже оно. Так, быстро сейчас, ребят, придется чувствую, выбирать фидер, чтобы нормально, спокойно. Тише, тише, тише. Приготовить мясо. Опа, забираем крючок, заглотил. Ну, конечно, заглотил. Пока я увидел сбоку поклевочку. Оп. Иди в садок. Иди сбоку поклевочку. Пока добежал. Плюс эта снасть торчит на сразу, ребят, на посечку, что рыбак сидит здесь, а не бегает там, занимается своими делами. Поменяем плясопары, сейчас забьем кашки и отправим. Значит, что мы здесь выбрали правильную точку, правильно покормили. У нас здесь идет плотва, карасик. Надеемся, может, карпик или лещик, кто-нибудь более такой серьезный к нам залетит. Ребят, опять была поклевка карася, пришлось бежать. Думаю, оператор заснял мою пробежку. Так, мясо, мясо, мясо выбираем. Чтобы за раз просто все успело, ребят. Вы понимаете, да, мясо это не все мне. Я сегодня на отдыхе, еще раз повторюсь, на отдыхе с семьей. Так что немножко как-то так. Опа. Что-то останется за кадром. Это по-любому. Вот так вот. Класс. Сейчас мелкими кусочками добьем, которые остались. Еще позволяет. Ребят, ставим наше мясо, нашу красоту. Картошку кинем на угли уже немножко, чуть-чуть попозже, когда приготовится шашлычок. Сейчас немножко раздуем это дело. И, ребят, у нас сегодня есть помощник на рыбалке, вот такой красавчик. Я обрезал мясо, немножко его подкормил. Сейчас здесь тоже из рыбешек будут косточки. Шкурка, брат, мы тебя подкормим. Охраняет нас водяной под охраной. Сейчас немножко поработаю на мангале без фидера. Оператору вообще не в кайф, летит на него все, да? А. Ребят, у нас опять поклевочка бешеная, потому что... Опа, ребят, на одном дыхании, даже корень успел выпасть полностью с кормушки. Опять карасевич. Быстро бросаем карася и идем к мясу, чтобы оно не пригорело. Вот это рыбалка. И пес, ребят, возле нас. Сразу помогай. Не, брат, рыбу ты вряд ли будешь. А мясо я обещал, значит, получишь. Опа, парыша. Не, сейчас сбегаю, помешаю мясо, наверное, потом заброшусь. Что-то непонятное, да, кто-то к нам пришел. Наплыв, ребят. Ну, на этих дренах после фидера не буду врать, не слышу. Именно на дренах. Кто-то позарился на наш флет с попапом. Сейчас проверим. Так, вижу шок. Лидер. Ух. Ух, давит что-то. Кто ты? Что, рыбаки, кто там говорил, что флет на реке не работает? Вот. Ребят, все работает, все нормально. Главное, что место подкормить и правильно собрать оснастку. Вот такой. И там для неверующих, да, у нас там был в прошлом году, по-моему, спор с кем-то из подписчиков, 60 грамм. Тот самый флет, которым я ловлю на стоячих водоемах, на спортивных карпах. Конечно, не карп, даже ничего не буду говорить. Мы и только к этому стремимся, я сам только в этом ручье начал только развиваться. Но все равно он достоин уважения на флет на реке. Карасевич, на попап. Класс, ребят, ну это просто. Пушка, так, возвращаемся обратно к мясу. Ну что, рыбаки, теперь конкретно разберем флет на реке. Я его просто забросил, ничего вам толком не рассказывал. Использую здесь, ребят, вот такую кашу замешал. Это мелкая-мелкая каша, короче. Так, начнем с этого. Мелкофракционная. Забиваю ее просто как пластилин. Я думаю, будет интересно
по поводу флета. Забиваем ее совсем, это совсем другой подход. Мы должны понимать, что у нас здесь есть глубина, это не стоячая вода, это течение. Ставим поп-ап. Я поп-ап не подрезал его, я балансировал с помощью обыкновенных вот таких вот грузиков, поплавочников. Кто как назовет, кому как понравится, поближе к камере. Вот такие свинцовые груза. То есть получается у нас в воде, вот картина вот такая, в принципе, получается. Поводок приподнят. И забиваем, просто вдавливаем наш поп-ап, он цельный, не боимся его раздавить. Получается вот такая у нас смук-туннеть. Пришел к нам карасик. Ждали, конечно, карпа, но пришел карасик. Но ничего, и тоже хорошо. Я, в принципе, доволен этим результатом. Ребята, продолжаем рыбачить дальше. Опять же он, любимец народа, карась. Опа, покажись там. Нам зерновые клюет карасевич. Немножко помельче, конечно, чем то, что был предыдущий на плетик, но все равно приятно. Это, то есть, нормальный, хороший размер карася. Малыш. Так, ну что, рыбаки, отпустим этого малыша. Пускай растет. Придем по него через годик-другой, когда будет покрупнее. Я думаю, через годик карась, в принципе, быстро набирает. Ой, красота, ребят. Сейчас идем уже наконец-то кушать мясо. Идем к нашему столу. Ну что, рыбаки, сняли мы наш шашлычок наконец-то уже с мангала. Сейчас отдохнем, покушаем немножко с семьей. В наше время это бесценно. По рыбалке, ребят, просто все замечательно. Фидер работает на ура. На удивление сработал флайт фидер с поп-апом. Радости просто, ребят, честно, нету предела. Все просто по красоте. Сейчас покушаем, отдохнем. А дальше продолжим заниматься рыбалкой. Фидер, посмотрим на ночь, может, еще чего-нибудь придумаем. Поставим просто карповый какой-то монтаж. Будем сейчас кушать и наслаждаться вот таким вот красивым, ребят, пейзажем. Опять к нам пришел малыш. Ребят, стульчика нету, стульчик уже поставил к столу. Будем сейчас отдыхать, кушать. Но все равно бегаю. Не могу не забросить и не отлучиться. Все-таки рыбалка. Есть рыбалка. Настоящий, наверное, мужской отдых. Ну, смотря для кого как. Вот опять малыш. Ребят, ну буду их отпускать. Буду я их отпускать. Беги, пусть подрастает. Будем оставлять на будущее немного рыбы на потом, скажем так. Все, теперь же точно идем есть шашлык. Даже не буду забрасывать фидер. Ну, если закат будет, тут на камне открытый красивый. Плотва, походу, ярко. Тише, 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 что ж ты делаешь? Такая малая. Вот такой вот карасевич нам еще залетел. Красавец. Чисто на опарыша, опарыш на ежик. Наверное, штучек 5-6. Оп, отдай нам, мы покажем, как у нас клюет. Ребят, видел сегодня подписчика. Передам ему привет. Рыбачил рядом по соседству. Говорил, взял двух карпиков. Это просто круто, ребят. Мы тоже надеемся, что у нас получится сегодня взять двух карпиков. Вот такой вот. Иди в садок. Может, этот один тут сам нас обижает.
Так что, ребят, у нас ночь впереди. По поводу карпика, вы знаете, к моему отношению. Я люблю эту рыбу, особенно ее ловить. Так что, ребят, к нам пришел наш помощник. Обещал. Держи, держи, брат. Пойдет? Нормальный шашлык, вкусный? Что скажешь подписчикам? Можно кушать? На еще. Оп. Пойдет, да? Ребят, он одобрил шашлык. У нас все хорошо. Опять эта зараза пришла. Ой, цепляющий. Цепляющий. Так, нам надо такого же. Только килограмм больше, ребят. Отпускаем, бегом, 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 малыш. Опа. Козлик. Когда-то с тебя может быть лящик. Если тебя будет так отпускать. Опа. Все, пусть идет, ребят. Это будущий козлик, а потом же лящик. Это, ребят, очень хороший знак. У нас сейчас вечереет, заходит солнце. Прекрасная погода, жара упала. Здрасте, приехали, что-то пикнуло. Прекрасная погода. Наслаждаемся закатом. И рыбачим. Так, ну что, рыбаки, наша рыбалка продолжается. Мы наслаждаемся звуками красивой природы, любуемся закатом, смотрим на квиртип, в надежде на поклевку. Немножко поклевки рыбки стали хуже, дело идет к ночи. Решили сегодня остаться с ночевкой. У нас это будет первый раз в сезоне, что мы остаемся на реке с ночевкой. Ребят, но продолжение вы увидите в следующую субботу. Всем добра, берегите себя.